Здравствуйте, друзья! Мы начинаем новый проект «По простому о сложном», в котором расскажем и получим ответы на сложные вопросы на простом и доступном языке. Сегодня мы в гостях у Сергея Попова. Лишних представлениях он не нуждается. И хотим узнать немножко о месте, в котором сегодня собираемся рыбачить. Приветствую вас, друзья! Приветствую, Макс. Старый знакомый друг. Да. Значит, сегодня мы на прекрасной реке Днепр. Культовой, древней реке, с которой связано немало историй, былин и рыболовных надежд. Значит, выбор места мой обусловлен абсолютно простыми факторами. Если посмотреть налево, видно мой дом. То есть мне, в общем-то, сюда рукой подать. Это место называется Ленивая набережная. Ленивая она как раз потому, что далеко ехать не надо, и особо даже не надо напрягаться, чтобы попасть на прекрасную днепровскую рыбалку. Здесь достаточно как бы комфортные условия, нету цепы, нету каких-то резких крутых бров, и ловится разнорыбица, причем в достаточно хорошем темпе. Синец, лещ, густера, плотва. Судак может попадаться, жереха маленькие, там, яськи, ну, в общем, грубо говоря, караси, все, что вся днепровская рыба здесь может стать нашим трофеем. Поэтому, как бы, для такой неспешной рыбалки в удовольствие это место я и выбрал. У меня сегодня выходной. Набережная уже усеяна слева и справа рыболовами. Место достаточно популярное. Ловить мы сегодня будем разнообразную белую рыбу. И поподробнее сейчас остановимся на том, на что именно мы будем ловить и чем будем прикармливать место. Расскажи пару слов о том, чем ты будешь сегодня кормить. И на какую рыбу ты сегодня нацелен, настроен. Ну, я как рыболов-спортсмен люблю любую рыбу. То есть мне нравится ловить большую рыбу, и нравится ловить маленькую рыбу. Я рад любой, даже вот такой вот рыбулечке. Если ее, конечно, ловится много и часто. Вот. Сегодня я сделаю универсальную прикормку, которая будет состоять из двух кормов. То есть одна прикормка – это такой речной микс, можно его назвать липкий, тяжелый, с большим содержанием крупной фракции, питательный. То есть это прикормка на крупную рыбу, способная держаться на течении. То есть у нее здесь пометка «фидер», то есть она имеет достаточную липкость, вес и малую механику для того, чтобы привлекать и удерживать на точке крупных экземпляров. Это одна прикормка. А вторая прикормка будет играть в моей смеси задачу активной. То есть здесь присутствуют разные частицы молотых, типа льна, конопли, активный бисквит, арахис. Этот корм собирает, помимо, он отлично работает и по крупной рыбе тоже, но он великолепно собирает активную рыбу, находящуюся в ярусе. Такую, как синец, плотва, густера. То есть, конечно же, я буду счастлив, если, например, ко мне на стол пожалует мистер Лещ. Мистер Лещ – это наша основная сегодня задача. Но пока мистер Лещ будет в раздумьях, я с удовольствием буду развлекаться ловлей прекрасных днепровских там синцов, возможно, чехони, возможно, густеры, благо синец, например, в этом году показывает великолепные чудеса прожорливости, великолепно ловится. Эта прикормка, к тому же, имеет темную тональность, и она мою смесь затемнит в целом. Дно здесь достаточно темное, такой перилиный песочек с ракушкой, и я думаю, что не имеет смысла создавать светлое, яркое кормовое пятно. Мне лучше это пятно насытить декоративной фракцией, о которой я расскажу позже. То есть я буду мешать эти прикормки в пропорции одна к одной. То есть, две пачки фидерной прикормки, две пачки прикормки серии «Спорт». Такое количество прикормки на сколько рассчитано по времени? По какую длительность рыбалки? Я буду ловить в спортивном режиме, достаточно быстро, темпово. Поэтому, в общем-то, при желании я могу выкидать этот корм в течение там 5 часов. Прикормки рассчитаны на 5 часов. Сейчас у нас 16:04. Ловить мы будем до ночи, да? А там посмотрим, вдруг будет настроение, да, еще на ночную остаться. Но если оставаться на ночную, то к нам может пожаловать мистер Лещ. Которого мы и ждем. Да, и для него у меня есть его излюбленное лакомство.
Его величество горох. Вот он такой желтый, аки солнышко. У меня тут сварен он с сахаром и солью, то есть у него есть такой активный вкусовой оттенок. Сама по себе ароматика гороха настолько интенсивная, что не нуждается даже в каких-либо дополнительных добавках. Великолепно работает по лещу. Я этот горох замочил, сварил, перебил через сито. Возможно, его еще можно тереть на мясорубке, то есть это не имеет значения особого. То есть здесь достаточно крупная тяжелая фракция, его не будет сносить течением, он будет лежать на точке. И я его буду пробочками в кормушку добавлять по чуть-чуть, для того, чтобы, ну, на случай того, что мистер Лещ все-таки сегодня посетит. Я понял, скажи, нас. По поводу гороха. Горох пробочками будешь добавлять только после того, как спустя какое-то время, после того, как, скажем так, утихнет клев мелкой рыбы. То есть это будет давать сигнал о том, что подошла крупная? Или сразу будешь добавлять? Я дам на старте немножко. На старте. Потому что абсолютно не факт, что лещ, например, откажется от дневного моциона какого-нибудь там и там не захочет там покушать, прийти сейчас. Уже сейчас. Конечно, конечно. Я буду давать на старте там раз-два пару пробочек. И потом там пауза, каждую пятую пауза, кормушечку, да, там или там десятую, там немножечко, там щепотку буквально буду поддавать. Если лещ зайдет на стол, это станет сразу заметно, потому что динамика клева более мелкой рыбы изменится. То есть поклевки станут или реже, или же они станут немножко такими смазанными, неакцентированными, то есть подергивания. То есть перекормки, поклевки будут не такие, что рыба прям взяла и повисла на поклевке, а такие там дерг, подергунчики какие-то такие. Вот видно, что рыбу что-то тревожит, что кто-то ей не дает питаться в нормальном режиме. Это значит, что на стол, на прикормочный зашел или лещ, или хищник, ну или какая-то другая крупная рыба. Более в нашем крупная случае, рыба. Скорее всего, лещ. Вот. Из сегодняшних ингредиентов я смотрю, что еще есть у нас. Да, Матвин. Это значит наши живые компоненты. Я сейчас, пожалуй, увлажню корм и расскажу, пока он будет напитываться, расскажу про живые компоненты. Кстати, по поводу напитки. Сколько раз ты будешь увлажнять корм? Данная прикормка содержит достаточно большое количество панировочного сухаря, бисквита, а значит, имеет хорошую пьющую способность. То есть я думаю, что 2, а то и 3 увлажнения мне понадобится. То есть она после увлажнения, когда даже будет казаться, что прикормка сильно липкая, буквально по прошествии 15-10 минут, там 20, ну, приблизительно такого отрезка времени, будет сразу понятно, что она влагу в себя впитала и нужно дополнительно доувлажнять. Поэтому 2-3. Есть. Так, итак, начнем. В очередной раз напоминаю любителям рыбалки о том, что пустую упаковку из-под прикормки, емкости из-под добавок обязательно необходимо с водоема уносить с собой и выкидывать в мусор. Так что я пока не спрячу за собой, а потом обязательно заберу с водоема, чтобы оставить другим моим коллегам рабочее место в чистоте, чтобы им было приятно. Так же, как и мне было сегодня, прийти на чистое место на прекрасной Днепровской набережной. Специально подготовленная съемочной группой телеканала «Трофей». Сознательность наших рыболовов еще пока в зачаточном состоянии, но мы работаем над этим. Я думаю, ситуация по сознательности наших отечественных рыболовов будет расти не по дням, а по часам. Крайне важно, конечно, чтобы повышалась эта культура, потому что меня искренне удивляет то, что, приходя на водоем, я наблюдаю, например, пачки из-под достаточно дорогой спортивной прикормки. То есть человек начинает ловить эстетичным спортивным образом, но при этом абсолютно как бы бескультурен впоследствии. То есть я считаю, что это недопустимо. Это же все-таки не ничейное, это же все наше, ребят. Тут крайне важно быть очень щепетильным к этому моменту вопрос. Итак, 4 пачки корма я сюда заложил. Сейчас я его перемешаю до равномерного состояния, чтобы смешались обе прикормки между собой, и буду увлажнять. Сама по себе эта прикормка
имеют достаточную аттрактивность, то есть я не буду добавлять каких-либо дополнительных аттрактивных добавок. То есть она сама по себе имеет такой аромат, ну, ярко выраженный. Где-то карамели, где-то корицы. Черная прикормка имеет оттенок кориандра, таких специй. Ну, в общем, такой интенсивный запах, поэтому лишь только увлажнение будет. Вопрос, она универсальна, то есть ее можно использовать. Сейчас у нас сентябрь месяц. Вопрос, именно в сентябре, то есть по такой уже остывающей воде ее можно использовать? Или, в принципе, она актуальна и в летние месяца, там, июнь, июль, август? Это универсальная прикормка, лишь только можно менять пропорции. Например, для лета можно давать большее количество крупнофракционной смеси, фидо. А чуть позже, например, октябрь или гораздо более ранний период, то есть апрель, март, имеет смысл добавлять пропорцию, большее соотношение черного спорта. Вот. То есть получается, грубо говоря, холодная вода, там 3 спорта, 1 фидер. А теплая вода, 2 спорта, 2 фидера, или даже 3 фидера и 1 спорт. То есть, скажем так, когда когда вода теплая и у рыбы хороший метаболизм, вот, и она великолепно питается и усваивает калорийные корма, можно смело давать насыщенные питательные смеси. А по холодной воде... То есть фидер, грубо говоря, более калорийный? Да, фидер более калорийный. Там большее количество крупной фракции, кукурузной муки, кукурузной крупы, еще большее количество содержания бисквита. Вот. А спорт, он такой же, более меленький, вот, более деликатный. Более деликатный. Да. Теперь я добавлю одну интересную добавку. Несмотря на то, что уже осень, сентябрь, меласа еще будет актуальна, по-прежнему еще актуальна. Значит, в данном случае это меласа с карамельным ароматизатором, то есть у нее есть легкая ароматизация, но она не помешает нам никаким образом. Основная суть в том, что это меласа, свекловичная патока с большим содержанием бетаина, продукт является пищевым триггером, запускает сигнал к кормлению для рыбы, то есть является хорошим, скажем так, аперитивом. Рыба попробовала и хочет еще, ускоряются ее пищеварительные процессы, и она возвращается вновь и вновь к нам на стол для того, чтобы продолжать ловиться, подкрепляться. Да. Значит, мелассу я буду добавлять достаточно грубым образом, не буду размешивать ее в каком-то общем объеме воды, я банально просто ее вылью сразу в корм и начну размешивать шуруповертом. Шуруповерт позволяет равномерно увлажнить прикормку, поэтому как бы вот эти вот сюсюканья ни к чему же. Брутально заливаю? Да, брутально заливаю мелассой. Здесь 500 мл банка, я выливаю на этот объем корма половину, 250 мл. Например, если бы мне было течение здесь было мощнее, например, я ловил бы кормушками 120-150 грамм, я бы лил всю банку. Меласа делает прикормку инертной и липкой, то есть она делает ее еще более речной. Вот. В данном месте у нас течение комфортное, я буду ловить кормушками 60, 70, 80, ну, если захочу уйти за буёк, ну, соточку поставлю. Вот. А так вообще, то есть, этого объема будет достаточно. И немножечко водички сразу дам. Днепровской. Днепровской, вот с какой-то синей-зеленой водорослью. Я начинаю все это дело увлажнять посредством шуруповерта. Когда увлажняется прикормка руками, что тоже по-своему прекрасно, имеет смысл использовать еще и сито, чтобы потом перебивать его впоследствии, потому что сито позволяет увлажнить совсем равномерно, потому что обороты шуруповерта, конечно, позволяют вообще ситом не пользоваться. Но без шуруповерта ионного, да, сито можно неплохо надевать. Подкачать предплечье. Да. Еще выступает клейковина. Да, да, она липкая, она имеет свойство такое липкое. Причем, если мелассу добавлять в начале, до того, как воду добавляешь, она как бы покрывает такой оболочкой частички, которые обычно растворяются, и делает крупная фракция. Да, крупная фракция остается, прикормка становится такая кашистая. То есть, а если мелассу, например, разбавлять в воде и в объеме воды добавлять, то частички растворяются быстрее. То есть получается совсем разная механика у смеси, и таким образом можно модулировать смеси под необходимые условия, то есть которые диктует там река. С
скажем так, если бы я, например, ловил сейчас на озере и знал бы, что меласа здесь необходима, то я бы разбавлял ее в объеме воды. Тогда бы моя прикормка увлажнялась бы, ну, быстрее бы растворялись разные частички, которые в воде растворяются. То есть я бы получил смесь такую более пушистую, более активную. Пылящую. Да, пылящую. Шуруповерт ускоряет намного. Да, шуруповерт ускоряет прикормки замес намного. Так, ну вот у меня есть там предварительное какое-то увлажнение. Я даже сейчас еще немножечко водички долью. По той причине, что, ну, я просто знаю, как работает эта прикормка, вот, как она увлажняется, и понимаю, что это далеко еще не предел. Естественно, то количество воды, которое я добавлю, естественно, увеличивает прикормку в объеме. То есть, например, из вот этих 4 килограммов прикормки по финалу у меня выйдет в районе там 10-12 литров уже готовой рабочей смеси. По поводу меласы. Так. Меласа есть, скажем так, нескольких вкусов, да? Да, да, карамель, да, специи, клубника, банан, да, по-моему, или что у него? Различные производители делают различные добавки. Я понял. Вопрос по вкусу. Изменяется ли как-то предпочтение рыбы по вкусу или твои предпочтения добавки от температуры воды? Ну, скажем так, если будет более холодная погода, да, я, наверное, предпочту все-таки специи. Специи. Да. Теперь поговорю о компонентах своих. Компонент номер 1. Это мистер червь. Он же красный. Да, он же красный. Это навозный червяк, великолепная добавка и насадка. Бывает ситуация, когда у меня неоднократно были рыбалки, когда мистер лещ начисто отказывался употреблять пищу, даже мотыля, любимого, казалось бы, а хотел только червяка. Поэтому червяка я имею с собой всегда в арсенале своих насадок. Также я его еще при помощи треножниц подрезаю в прикормку и пробочками даю обязательно, особенно когда рыба становится на 100. То есть, например, начинается укрупняться рыбка, ко мне так, подходит крупнее, да, рыбка. Я начинаю больше давать червячка, чтобы ее удержать там. Потому что и большую рыбу нужно чем-то на столе заинтересовать, потому что прикормка, конечно, это прекрасно, но по большому счету она несет мало, достаточно по сравнению там, с кусочками червяка, да, с горохом, пищевых частиц, которые рыбе действительно заставят ее какое-то время оставаться у тебя на прикормке. А учитывая, что здесь течение, которое не щадит никакие частицы и сносит их мгновенно, это очень важная добавка и часть насадки. Это первое. Вторая, не менее популярная насадка, это опарыш. Вот он, белый опарыш обычный. Единственное, что я его сейчас дополнительно немножечко еще доработаю. Сам по себе опарыш этот нормальный, качественно выращенный, то есть заводским способом, промышленным. То есть у него вполне нормальный, терпимый аромат. Не аммиачный, да, его нормальный аромат. Но с ориентировочкой на мистера леща я добавлю в него самый классический аттрактант под названием корица, который используется в пекарском производстве для выпекание великолепных булочек. Лещ к корице просто потрясающе неравнодушен, то есть с удовольствием употребляет ее в пищу. Поэтому я дам какое-то количество корицы. Сегодня такие изыски готовим для мистера леща. Да. То есть корица является достаточно недорогим аттрактантом, вот, который изменяет в лучшую сторону такую добавку к опарышу. То есть я оставлю его буквально на две щепотки, да? Ну, по большому счету получается в районе там чуть больше чайной ложки. То есть, на какое количество опарыша? Ну вот здесь у меня эта емкость 3/4 литра. Это сколько получается? 3/4 750. Да, 750. Так вот, здесь на 750 миллилитров... Две чайных ложки. Да, две чайных ложки. Он какое-то время побудет в этой корице и приобретет ее вот такой аромат. Но стоит заметить, что ароматизировать добавками стоит только того опарыша, которого планируешь использовать на этой рыбалке. В противном случае, если я, например, вот этого опарыша оставлю
на ночь, положу в холодильник, например, что-то, он начнет все-таки уже эту корицу есть и выделять как бы все вещества, и он станет липким, начнет мокнуть, и запах уже будет совсем другой. Придется хорошо промывать, сушить и заново потом ароматизировать. Поэтому все ароматические процессы, связанные с опарышем, нужно делать только в объеме того опарыша, которого планируешь использовать на конкретной сессии. Уже непосредственно перед рыбалкой. Да, да, перед рыбалкой, только с тем объемом, который планируется использовать дальше. Так, это еще опарыш. Одна из самых лучших насадок, которые только существуют, мотыль. Насадочный мотыль крупный, великолепная насадка, универсальная, работает практически по любой белой рыбе. Ни одни соревнования не обходятся без мотыля, то есть я даже не знаю, на каких бы соревнованиях, то есть я не использовал бы эту насадку. К счастью, сейчас уже осень, и в Киеве мотыль начал появляться в свободной продаже, то есть это летом дефицит совсем, но сентябрь месяц позволяет мне наслаждаться рыбалкой с использованием самой лучшей насадки, одной из самых эффективных. Ну а так как у меня есть мотыль на насадке, мне, естественно, нужно каким-то образом действовать по закону, чем кормишь, тем и ловишь, и наоборот. То есть, если у меня есть мотыль на насадке, у меня должен быть и мотыль в прикормке. Поэтому у меня есть прикормочный мотыль. Вот он. По-дедовски завернутый в газетку. Да, в газетку. В газетке он великолепно хранится. Это прикормочный мелкий лиманский мотыль. Вот. А он, ввиду того, что он очень мелкий, он скомкивается вот в такую вот кошлок такое. Мне нужно его разбить. Для того, чтобы личинки были отделены друг от друга. Почему? Потому что в моем случае у меня достаточно будет высокая концентрация рыбы на точке, и если я, например, щепоткой вот такой мотыля положу в кормушку, он выпадет этой щепоткой, будет лежать на дне, рыба подойдет, и две рыбы буквально вот так двумя движениями разорвут их и большими кусками съедят. Но если же я его размельчу, отделю личинки друг от друга, то у рыбы будет уходить большее количество времени на то, чтобы собирать личинки по одной. Поэтому это задержит рыбу дольше у меня на столе. Значит, для размельчения мотыля великолепно подходит кукурузная мука. Самая обычная кукурузная мука. Аккуратненько, в небольших количествах я высыпаю ее на личинок. И начинаю перебивать мотыля с кукурузной мукой по чуть-чуть. Также можно использовать для перебивания глину. Есть специальные разбивки для мотыля, отдельно продающиеся. Но кукурузная мука является великолепным, простым, доступным и недорогим способом. Сразу мотыль увеличивается в объеме, завоздушивается. И сами частички муки будут еще являться хорошими, то есть активными компонентами моей прикормки. То есть они будут где-то там маленькими кусочками всплывать, то есть давать ей дополнительную динамику. Но так как особо эти маленькие частички никакой пищевой нагрузки не несут на себе, то есть они не будут размазывать мне кормовой стол. Вот. Гораздо страшнее, когда более крупные питательные частицы уносятся с кормового стола течением. Рыба не захочет кукурузку на крючке? Крупная плотва очень хорошо реагирует на кукурузку. На чемпионате мира в Ирландии в этом году мы обязательно резали кукурузу в прикормку, и это собирало и более крупную рыбу на столе, и плотву. И там есть такая разновидность гибрида леща с плотвой. То есть те рыбы очень хорошо становились на резанную кукурузку. То есть зачастую присутствие кукурузки в корме дает очень хорошие результаты. На насадке со спортивной точки зрения достаточно специфическая насадка, потому что требует применения больших крючков достаточно. Вот. А большие крючки, как говорится, это уже большие рыбы совсем. Большая рыба. Да. То есть, например, в контексте вот такой речной рыбалки наша основная рыба в уловах будет это там рыбы 100-300 грамм. То есть это основная рыбка, которая будет ловиться. Ну, конечно же, надеюсь, что придет мистер Лещ, но вообще в целом рыбка такая среднемелкая, спортивная, скажем так. Та, которая доставляет максимальное удовольствие, делая рыбалку интенсивной. И не скучно. Интересно. Да. Еще была замечена плотвица размером где-то 400-600 грамм. Да, бывает, влетают сейчас батончики такие. Тем временем наш корм попил водичку и начал рассыпаться.
То есть он стал такой, озерный. Все-таки мы ловим на реке, поэтому я сейчас еще раз его довлажню. Вернусь назад и скажу еще раз, напомню. Червяк, ароматизированный опарыш, насадочный мотыль, прикормочный мотыль компонент и горох. То есть, в общем-то, эти компоненты позволяют ловить любую рыбу в Днепре. Несомненно, можно было бы ограничиться лишь одним компонентом из них. Но я специально, как бы, зная, что вы придете в гости, взял все насадки для того, чтобы показать дорогим коллегам, вам в том числе и тем рыболовам, которые будут смотреть, возможное максимальное количество возможных вариантов. То есть это не значит, что нужно иметь все это с собой. Ни в коем случае. Просто я хочу рассказать и уместить вот как бы в один разговор о прикормке как можно больше полезной информации. Скажем так. Итак, до увлажнения. Иметь варианты. Да, конечно, конечно. Потому что там, например, плотва там любит одно, мистер лещ любит другое. Сейчас может ловиться одна рыба, потом другая рыба. То есть, поэтому нужно быть готовым ко всему. Корм сейчас достаточно липкий. Он допьет эту воду, и я думаю, возможно, уже будет готов. Идеальная консистенция корма, когда он при легком нажатии лепится в комок, но при этом при таком же легком нажатии разрушается и рассыпается. Какую структуру имеет дно в этом месте? Вообще здесь достаточно простой рельеф. Буй находится близко, что говорит о том, что фарватер совсем недалеко, то есть буквально там 50 метров до фарватера. Там идет за буем свал, перед буем идет небольшой валик, там глубина в районе там 4-5 метров. Это уже второй свал? Ну как бы да, туда уже за буй. Да. А ближе к нам, вот начиная от вот этого буя, идет как такой небольшой подъем и прибрежная канава. Что делает наличие этой канавы, делает это место очень интересным для рыбалки. То есть, грубо говоря, на дистанции там 25-30 метров глубина больше, чем на дистанции 40 метров. Там она колеблется в районе там 1,5 метра. Вот это очень интересное место. То есть по вот этой канаве рыба, выходящая с русловой части на прибрежную кормежку, кормежку прибрежной зоне, она по этой канаве движется, и эта точка очень перспективная. К тому же у нас есть здесь острова, залив, яма возле моста железнодорожного, ниже у нас яхт-клуб с большими зимовальными ямами. Да. Ты там знаешь, какие глубины. Да. 14, да. Около 14-16 метров. Излюбленное место рыболовов, которые выходят практически по первому льду. Да. Сбиваются в массы, толпы по 30 человек. В общем-то, точка интересная. Дно здесь не агрессивное, цепы нету, ракушечка. Прелестый песочек, постукивание, кормушки одной явно слышно хорошее. То есть хорошее, комфортное условие, течения сильного нету, как я уже говорил, думаю, 70-очкой буду ловить, скорее всего. Вот. Ну а вываживание вот это вырывание. Ну тут под берегом достаточно такая крутая пробочка, но мне удочки позволяют это делать. То есть я взял. Вываживание будет уже на дистанции. Да, то есть я рыбу планирую, если будет крупная рыба, утомить там и уже ближе к берегу, побольше его приподнять в поверхностный слой. И там уже будет все гораздо проще. Вот. Течение благо позволяет. Тогда не та ситуация, когда, например, течение 120-150 грамм, и ты подсекаешь леща, и тебе достаточно его просто держать, потому что его течение начинает сносить вниз по течению. И вот он буквально, ну, а ему, будучи, так как он рыба плоская, и ему достаточно трудно противостоять потоку, и по большому счету он сам на течении утомляется, тебе достаточно его просто держать. Здесь, думаю, будет немножко другой принцип вываживания. Если рыбки будут попадаться, какие-то покрупнее, они будут давать какой-либо бой. Но ничего, надеюсь, хорошая будет рыбалка. Так что, думаю, пора промеряться. Пора промеряться. Итак, еще раз повторим. 4 килограмма корма, 2 спорта, 2 фидера. Меласа с запахом карамели. Красный, белый, мотыль прикормочный и мотыль на наживку. Насадочный. И его величество горох.